Товарищи, произведение, так сказать, искусство. Собрание кооператива «Галерея» объявляется открытым. Я, как председатель правления, сообщаю, что в повестке у нас один маленький, но очень большой вопрос. По приказу министра культуры, современное искусство должно с этого квартала стать прибыльным и эффективным. Глядя на вас, красочные вы мои, правление пришло к выводу, что своими силами этого не добиться. Решили мы в одном из залов галереи открыть казино с покером, блэкджеком и прочими атрибутами. Но некоторые храмочные ВМИ из галереи придется убрать. Не волнуйтесь, на помойку сразу не выкинут. Найдут достойное место в музее изобразительных искусств Нижнего Тагила. Лучше сразу на помойку, там больше людей увидит, чем в Тагиле. Заместитель председателя, вы что думаете? Думаю, что сегодня нам предстоит выбор кандидатов на вынос. Только сразу оговоримся, правление не предлагать. Конечно, правление выносить нельзя. Оно у нас невыносимое. Вдвоем будут висеть, если что. Давайте выгоним Венеру. Все лежит и лежит. Смотрите, как растолстело. Может, так и похудеет, наконец? Ой, лапушка, чтобы меня вынести... Так это ж меня поднять сначала надо. А это за последние годы ни у кого не получалось. Так что я еще тут полежу, поукрашаю собой галерею. Предлагаю выбросить дворника. Ему не место в приличном обществе. Что у него может быть общего с Венерой? Если только что-то венерическое. Да разве можно меня выбросить? Я на Ван Гога похож. Мне тут самое место. Кто тут на Ван Гога прет? И вообще, посмотрите на меня. Я же селфи. Может быть, первое в истории. А еще у меня лопата есть. Как двину? Выкиньте этих двух с сигаретами. Они вечно окурки бросают, замучился подметать за ними. Зря, что ли, антитабачный закон принимали? Запрещено курить в местах скопления предметов искусства. У них даже кактус из-за дыма не цветет. Алоэ, дурачок безграмотный. А курим мы от стресса. У современного искусства жизнь тяжелая, все теперь эксперты. Все свое мнение высказать хотят, а мы переживаем. И если вы нас из галереи выгоните, мы еще и пить начнем и бутылками швыряться. Нет, не может такого быть. Ты-то сам что курил? Ты такие вещи несешь. Современное искусство без того, чтобы покурить, невозможно. Или хочешь порошок днями мести? Вы нас не трогайте. Избавьтесь вон от тех мужиков в очереди. Нам тут очередей не надо, и так места мало. Чего они там стоят уже 30 лет? Колбаса давно в свободной продаже. Мы — современное искусство. Тут ни очередей, ни талонов. Раньше за колбасой стояли! Теперь за пармезаном и хамоном. Говорят, последний на складе остался. Надо успевать. Пока не получим, никуда не уйдем. Выброси лучше молодежь. Они все равно только и умеют, что в трамвае кататься, да в окно пялиться. Слышишь, они нас выбросить хотят. Ну сделай же что-нибудь. Ну же, ты же любишь меня или нет? Если бы любил, не возил бы в трамваях 7 лет. Купил бы машину. Скажи им, пусть нас оставят. А убрать лучше Свердлова. Его явно по блату сюда повесили. Да как вы посмели на святое покуситься? На товарища Свердлова. Вдруг наш город обратно переименуют, а мы его выкинем. Придут и спросят, а где, понимаешь, современный Свердлов? А мы им так, а вот он, чистый, свежий. Даже муха не сидела, ни пылинки, ни дождинки. Хоть цветы возлагай. Яков Михайлович, скажите, кто здесь лишний? Абстракционизм и формализм чужды духу революционного пролетариата. Беспредметной мазни не место в передовых рядах советского современного искусства. Но выкинуть я предлагаю Чукчу. Горячо поддерживаю генеральную линию партии. Чукча, охотник, забудьте эти советские штампы. Чукча вас всех пих-пих перестреляет. Какие вы все смешные. Да вас хоть любого выноси. Настоящее современное искусство тут только я. Я почти стрит-арт.
только в помещении. Оставьте одну меня. С тобой мы при следующем ремонте разберемся. Товарищи! Масляные вы мои! Давайте не будем доводить дело до хулиганства и вандализма. Мы все тут люди. Ну, почти все. Договоримся мирно, демократически. Избавимся от жены художника, и дело с концом. Вот всегда так. Чуть что, сразу жена художника. В туалете повесить жену художника. Ссылку отправить жену художника. Да где бы вы все были, если бы не художник? Без художников не было бы и галереи. А какой художник без жены? А кто сказал, что художники не могут просто жить друг с другом, без всяких жен? Но это никакого отношения не имеет к современному искусству. Не надо нам всем сказки рассказывать, что художник нас всех создал, что без него нас бы не было и прочую ерунду. Нет художников вообще. Сказки это вымысел. Рисует нас не художник, а вечность. Ну сами-то подумайте, пошевелите красками. Разве может человек такое нарисовать? Они только на айфоны фотографировать могут. Так что мы никаких таких художников не видели и в предрассудки не верим. Правда, Яков Михайлович? Гипотеза о существовании художника-творца является пережитком буржуазного строя и должна быть забыта при переходе к строю коммунистическому. Современное искусство есть пролетарская сознательность, красная краска и казино. Так как там насчет Чукчи? Выкинем мы его или нет? Да что вы говорите? Нет художника. Да вы, зампредседателя нашего правления, разноцветная вы наша, вообще-то автопортрет. Ты сама и есть художник. Ах, не может быть. А с виду приличная женщина. Да как вы смеете? Но мы такого не потерпим. Ах, какой скандал. Какой скандал. Ну разве так можно? Надо с этим разобраться. Ну-ка, тихо. Каждую ночь одно и то же. Вы же современное искусство. А устроили какой-то портком. Успокойтесь. Никакого казино не будет. Министерство передумало. Концепция изменилась. Вместо казино делаем рок-клуб и бар. Выбрасывать вас не понадобится. Но придется перерисовать вас в портреты рок-звезд. Для антуража. Кто кем хочет быть. Председатель клуба у нас уже есть. Знакомьтесь. Это возмутительно. Я балерина. Я не хочу быть рок-звездой. Я вам не Леди Гага какая-нибудь. А я люблю классическую музыку. Я вам так просто не дамся. Держите меня четверо. А можно я буду Миком Джаггером? Ну, это было здорово. А мало того, что я никогда не снимался в кино, так я раньше никем не руководил. А тут такой опыт. Спасибо. Спасибо родной галерее. Надеюсь, моя карьера теперь пойдет в гору. Вдруг я стану топ-менеджером большого частного собрания. А я так волновалась перед съемками, даже коленки дрожали. Но кажется, все получилось. Играть в кино про родную галерею – это трогательно и волнительно. В следующий раз я обязательно что-нибудь станцую или спою. Хочу признаться, что я на самом деле очень люблю художников. Именно поэтому я согласилась стать актрисой. Все в нашей галерее любят художников, даже если молча висят и стесняются говорить об этом. Художники, я посвящаю свою роль вам. Неважно, как называется наш город, Екатеринбург или Свердловск. У нас есть любимая галерея и есть современное искусство. Значит, все у нас будет в порядке. Шоу must go on. Happy birthday, галерея!